Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день. Всех рад вас видеть. Сегодня у нас такое необычное очень продолжение Международного музыкального фестиваля «Земля детей», который, как вы знаете, начался в октябре, неожиданно прервался, перенесся на начало февраля, опять снова перенесся. И вот сегодня радостное, долгожданное событие, продолжение нашего фестиваля. И я очень рад, что все дети оказались готовы выступить. Это не шутка для ребенка держать программу лишних там 3-4 месяца. Это огромный труд, и я уже сейчас всех заранее благодарю, и детей, и педагогов, и родителей, которые на себя этот труд взяли и его достойно вынесли. И я слышал репетицию, честно говоря, великолепное исполнение, очень яркая музыка, и сегодня у нас концерт необычный, потому что в прошлом году, в тот год, в который должен был состояться фестиваль, 2021, мы отмечали юбилей замечательного композитора Юрия Фалика. У него есть детская музыка, и вы теперь с ней хорошо познакомились. И вот как-то так получилось, что эта детская музыка совершенно не была представлена в записях, в интернете. То есть ноты изданы, их можно играть, но вот послушать не было никакой возможности. И теперь я надеюсь, что сегодня мы прекрасно запишем эти произведения, и вы будете, ну, фактически первыми исполнителями, такими представленными в интернете с этой музыкой. Это огромная радость должна быть для нас, для всех. И я думаю, что всех все получится прекрасно. Ну, кроме того, во втором отделении прозвучит музыка Сергея Михайловича Слонимского. Она, конечно, исполняется гораздо больше и много существует записей. Но, тем не менее, вот в таком большом собрании разных музыкальных произведений. Будут произведения для фортепиано, для скрипки, для альта и даже для голоса. Вот она не часто звучит так вот в едином концерте. Так что сегодня концерт, на котором мы представляем музыку двух, не побоюсь этого слова, великих петербургских композиторов Юрия Фалика и Сергея Слонимского. И сегодня, как и раньше у нас на фестивале, эта традиция началась вот с 31-го международного музыкального фестиваля, который начался в октябре, мы будем также проводить голосование для участников. У вас у всех есть листочки, на которых надо будет поставить несколько галочек. В прошлый раз у нас было какое-то равномерное количество участников, и мы делали отдельные концерты, повторяли их потом во Всеволожске. Это очень красивое место, интересное, Рутенье. Там дети приезжали, катались на лошадях, их там кормили, подчивали плюшками, ну и немножко они дышали свежим воздухом Ленинградской области. Это те, которые были выбраны в качестве лучших номеров, выбраны зрителями. Сегодня у вас тоже есть такая возможность поддержать своих любимых детей, и не только своих. Мы давайте поставим сегодня такой большой концерт, поставим сегодня 8 галочек. Потом, после проведения всех концертов, мы посчитаем наибольшее количество галочек в каждом концерте и какие-нибудь такие тоже общие концерты сделаем. Если кто-то не окажется в числе призеров, не переживайте, фестиваль у нас будет проходить каждый год. И в следующем году обязательно подавайте заявку, выступайте, и наверняка удача покататься на лошадках вас встретит. А сейчас я передаю микрофон, которого нет, но здесь, к счастью, все очень хорошо слышно, студентке Санкт-Петербургской государственной консерватории Елизавете Сухоруковой, которая проведет сегодняшний концерт. Юрий Фалик. Детская музыка для фортепиано. Маленький канон. Марш. Андантино. Исполняет София Чекнизова. Детская музыкальная школа номер 7. Преподаватель Марина Ростиславовна Климова.
Юрий Фалик. Аллегретто, сарабанда и «Загорелся кошкин дом» из детской музыки для фортепиано. Исполняет Владислав Ромашков, детская музыкальная школа номер 7, преподаватель Марина Ростиславовна Климова. Две балетные сценки для фортепиано. Исполняет Агния Ксавреля, Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Преподаватель Ирина Андреевна Письмак. Thank you.
шансона и тарантелла для скрипки и фортепиано. На сцене Евгений Актисов, детская школа искусств имени Муравинского, преподаватель Наталья Робертовна Захаровна, партия фортепиано Альбина Лумиёки. Мальвины, заводная игрушка, дождик. Исполняет Агния Баскакова, дворец творчества юных, преподаватель Ирина Андреевна Письмак. Thank you.
детский альбом для фортепиано. «Осенний вечер», «Два фагота», «Шутливый гавот», «Клавесин», подражая Гайдну, «Ночь и утро», «Веселая игра». За роялем Марьяна Борткевич, Дворец творчества юных. Преподаватель Ирина Андреевна Письмак. Thank you.
найденные сказки. Балда мужичок, кружится мягкий снег, веселый пив. Исполняет Тимофей Харитоненко, специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Преподаватель Анна Александровна Рычкова. Исполняет Анна Шаварова, средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской консерватории, преподаватель Анна Александровна Рычкова. Thank you.
еще раз позволю себе высказаться. Огромное спасибо всем детям, педагогам и родителям за такую прекрасную программу музыки Юрия Фалика. Еще раз подчеркиваю, в таком объеме это все звучит впервые. Многие пьесы вообще никогда не были записаны. Так что вы вошли в историю. Благодарю вас. Аплодируем всем. Еще такая маленькая информация. На программках у вас на втором листе написано о некоем конкурсе «Музыкальный журналист». Это такой проект, который мы, честно говоря, сейчас думаем, проводить или не проводить. Потому что в прошлый раз было очень мало желающих. Но я надеюсь, что сегодня такая многочисленная публика как-то более ярко отреагирует на события нашего фестиваля. Идея заключается в следующем. Любой зритель, неважно, приехал он из другой страны или живет в нашей стране, неважно, любит он музыку или не любит, может написать хотя бы несколько слов о сегодняшнем концерте, похвалить своего собственного ребенка, похвалить композитора, ну все что угодно. Ну так, чтобы это было как-то хорошо, красиво, литературно сказано. В группе ВКонтакте есть адрес, на который необходимо отправить эти отзывы. Если вы хотите, вы можете написать прямо целую настоящую статью о том, как вам понравился концерт или в целом фестиваль. В общем, в любом случае, от вашего участия вот в этой, во второй половине фестиваля будет зависеть, будем мы проводить этот конкурс или нет. А призы, на самом деле, очень милые. Лучшие отзывы будут опубликованы в ведущих музыкальных изданиях Санкт-Петербурга. Это газета «Мариинский театр», может быть, газета «Петербургский музыкальный вестник», но она только в электронном виде сейчас существует, журнал «Музикус», вот, и еще какое-то издание, сейчас не помню. Сейчас Андрей мне подскажет. Вот, вам, в общем-то, очень мало требуется для этого ваших усилий творческих, но, опять же, ваши работы могут помочь другим привлечь внимание их к фестивалю, ну и вас как-то тоже продвинуть в истории. Сейчас маленький перерыв. Давайте сделаем его в размере 10 минут, а затем отделение музыки Сергея Михайловича Слонимского. Начинаем второе отделение. Сергей Слонимский. Северная песня для фортепиано. Исполняет Александра Петрова. Центр творческого развития и гуманитарного образования Новосибирска. Преподаватель Оксана Васильевна Богач.
«Мадригал прекрасной даме» для фортепиано. Исполняет Наталья Медведева, Дворец творчества юных, преподаватель Ирина Андреевна Письмак.
интермеццо памяти Брамса для фортепиано. На сцене Екатерина Мажара, Дворец творчества юных, преподаватель Ирина Андреевна Письмак. Thank you.
ария для альта и фортепиано. Исполняет София Ткаченко, средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории. Преподаватель Анна Геннадьевна Вайнштейн. Партия фортепиано Полина Афанасьева. Вальс «Золушки и принца» для фортепиано в четыре руки. Исполняют Дарья Игнатьева и Александра Петрова. Центр творческого развития и гуманитарного образования Новосилевска. Преподаватели Нина Владимировна Джиджихия и Оксана Васильевна Богач. Thank you.
для фортепиано. За роялем Игорь Сидоров, Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. Преподаватель Наталья Анатольевна Серова. Комедии Гоголя «Ревизор» для фортепиано в четыре руки. Исполняют Анастасия Балацир и Игорь Сидоров. Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. Преподаватель Наталья Анатольевна Серова. Для голоса и фортепиано на стихи Даниила Хармса. Иван Топорышкин. Вы знаете, и по реке плывет кораблик. Исполняет София Шиховцева, детская школа искусств имени Ростроповича, преподаватель Любовь Германовна Королева. Партия фортепиано Евгения Думнич.
Иван Топарышкин пошел на охоту, с ним пузель пошел, перепрыгнув забор. Иван как бревно провалился в болото, а пузель в реке утонул как топор. Иван Топарышкин пошел на охоту, с ним пузель перепрыжку пошел как топор. Иван провалился бревном на болото, а пузель в реке перепрыгнул забор. Иван Топарышкин пошел на охоту, с ним пузель в реке провалился в забор. Иван как бревно перепрыгнул болото, а пузель в перепрыжку попал на то, там, 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 там. Не допрыгать. Что до носа, до носа не достать. Ну, врёшь. Ну, доехать, ну, допрыгать, ну, еще туда-сюда. А достать его руками — это просто ерунда. Концерт окончен. Огромное спасибо всем участникам и всем, кто за ними стоит по части подготовки. Фестиваль продолжается в течение еще 3 дней. Очень рекомендую концерт в Яне Кирик 1 марта, который будет с музыкой для детского хора. Замечательный коллектив «Перезвоны» будет выступать. И там также музыка Фалика Исланимского будет, ну и разных других композиторов. Пожалуйста, ваши листы голосования, в которых поставлено 8 галочек, самых, на ваш взгляд, лучших выступлений, положите на угол вот этого стола. Если галочек будет меньше, то лист не засчитывается. Так что, пожалуйста,
по-настоящему серьезно отнеситесь к будущему выступлению юных участников на дальнейших концертах. Всем всего хорошего!